Добрый вечер, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, сегодня я буду штопать носочки. Вот такие шерстяные, теплые, которые мне жалко выкидывать. Так, друзья, вам сразу скажу. У меня был ролик, где я штопаю. Штопается аккуратно и красиво. Там тоже многие люди писали, вот, ой, лучше там вот так отрезать и вот связать дальше до конца. А я там штопала дырки. Но ведь, ну, у всех своя ситуация, понимаете? Вот мне проще вот дырки залатать там, пришить, зашить. А связать это много. Одна пара, вторая. У меня лично пальцы не имеют. Также и у других там выкинуть или перевязать. Не все могут. Поэтому некоторым людям проще отремонтировать носочки и ходить дальше. Эти носочки, сначала расскажу, они у меня покупные. Покупные они вот плотные такие, теплые, прям нога как к печке. Вот эти носочки я уже штопала раз. Вот видно тут, видите, штопала. Поэтому я эти носочки второй раз заштопаю. Потому что они мне нравятся очень. У меня есть материал для этих носочков. Этим материалом для штопки у меня будет служить вот эти носочки. Можно вот это обрезать, а можно вот так вот. Вот самое такое толстое место. Теперь я вам буду показывать, и вы поймете, как я это делаю. Я так уже делаю много лет, друзья. Но это носочки, естественно, не на выход, не куда-то. Я живу в деревне. Я делаю под себя, как мне удобно. Поэтому носочки сейчас вот такие стоят 500 рублей. А нам в деревню пойдет с галошами до сарая, с сапогами там одеть и снег кидать. Поэтому смотрите, если вам понадобится вот это вот, ну, мой совет вам, то оставайтесь. Если нет, то, конечно, уходите с канала, потому что, возможно, это вот неприятно смотреть вот с такими дырками. Ну вот так, как есть, так есть. Все. Так, знаете, я буду вот эти носки ремонтировать, штопать. Так, теперь где-то я говорю, возможно, неправильно разъясняюсь, но я думаю, вы меня поймете. Так, вот так я беру. Так, меня видно? Видно. Вот так, вот так, вот так режу. Пошире. Вот так вот, пошире. Вот эту часть можно еще оставить. Вот. Так, сразу показываю. Вот эту уже выкидываем. Все, он нам не нужен. А вот эту, посмотрите. О, это вообще идеальный вариант. Вот, даже вот сюда. Ну, то, что выделяться будет, ну, бог с ним. Это же подошва. И нам для деревенских пойдет. Так, убираю. Вот смотрите. Теперь неровно отрезала, но теперь я буду вот так вот делать, чтобы вам видно было. Буду отодвигать все. Вот беру носочек наш. Вот. Это я ничего не убираю. Теплее будет. Вот видите, вот. Это у меня уже тут заплатка такая. Вот я зашивала. Вот видно? Видно. У меня один год была вот такая мода вот на такие носочки. То есть, если продырявится, я беру вот отсюда кусочек и кладу сюда. Например, если у меня две пары. Если вы будете покупать на рынке, вот, допустим, берите сразу две пары. Вот, с одной пары, когда продырявится, будете этот заплатку делать. Все, теперь вот так я кладу. Вот пяткой. Все, вот. Положила носок. Ну, чуть-чуть форму придала, вот так уж. Ну, вот так можно. Можно положить вот эти вот следки и обрезать по ним. Ну, тут не так важно, чтобы уж прям так ровно все это делать. Это не так важно. Все, вот так. Все. И вот так убираю. Все, теперь просто пришиваю. Просто пришиваю. Проще простого. Беру я, значит, иголку, обычную иголку. Иголку беру подлиннее. И начинаю зашивать. Вот. Ну, буду зашивать вот отсюда, спереди. Я даже вот так вот приложу, вот так рукой, вот так. Там уже как вы сможете. Это же уже не выходные носки, так? Я даже по дому хожу. Мне чем толще, тем теплее. Я дома-то хожу вон, в трех носках. Вот так вот, все. В общем, вот пришивайте эту подошву, заплатку вот сюда, к подошве.
Вот, друзья, зашиваю дальше. Вот до сюда зашила я, видите? Вот. Как фабричные, как будто дырки там не было. Я вот возьму сейчас с этой стороны. Вот, видите, как лежит? Вот. И вот так же вот зашью. Пойду до конца вот так. Покажу дальше вам еще. Так, друзья, вот смотрите. Видите, я все вот пришила. Пришила, и у меня осталось вот тут у пятки. Вот я так вот ровно прикладываю. И вот этот вот лишний прямо на месте обрезаю. Все. И зашиваю дальше. Так. Вот так удобнее вот так держать. И вот так. Обметываем. Просто почаще. И до конца. Вот эта нитка отсюда не распустится никуда, потому что она уже, вон, видите, тугая. Все, вот у нас новый носок получается. Так. А это мы носок заштопали. Вот, смотрим. Вот эта подошва. Какая была. Подошва вот такая дырявая. Вот. Теперь эту залатаю. Смотрите, это просто идеальный, я думаю, вариант. Вот, друзья, посмотрите, вот такая подошва. Вот. Никакой дырки. Итак, друзья, вот носочки я залатала, зашила подошву. Посмотрите, как оригинально получилось. Носочки теплые, они мне еще прослужат. Ноги у меня будут теплее. Сэкономила я 500 рублей и дала вторую жизнь своим носочкам. Если вам понравилось, то ставьте мне лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока!